Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы пришли. Наш такой гитарный сейшн. Я это называю гитарные формы. Такая у меня есть программа, куда я приглашаю своих друзей, играющих прежде всего на гитарах. А то некоторые приходят и играют на других инструментах. Нет, именно гитаристы. И я люблю разнообразие, прямо вам скажу. Соло, дуэт, трио, квартеты, квинтет получается, как бы все вместе. И вот разные гитары, и они по-разному звучат, разные исполнители. Это же театр гитары, я бы так, наверное, назвал в конечном итоге. Может быть, такая модель и будет. Пока вот оно называется просто гитарные формы. Все темы, которые мы будем играть, они, в принципе, вам известны. Это джазовая классика. Вот. Ну, чуть-чуть есть своего. Тоже иногда можно сыграть свое. Я хочу просто представить тех, кто сейчас, и не буду больше отнимать внимания. Нужно поиграть. Поиграть хочется, поиграть. Но вы аплодируете, потому что это важно. Это пища для нас. Это сказал Арбек. Вот так, вот это хорошо, будет замечательно. Если такое, то будет здорово. Потому что мы будем ловить это настроение. Я не так сильно вас вижу, особенно глаза. Я люблю, когда глаза видны. Ну, а нас не видно. Ну, ладно. Я надеюсь, что ваши глаза добрые, и они загорятся. От чего? От ритма, от гармонии и от музыки. Так в джазе. Итак, на барабанах играет Вартан Бабаян. На контрабасе играет Сергей Хутас. Слева от меня Игорь Захаров, гитара. Он представляет у нас сегодня замечательный город под Москвой, вы его знаете, Воскресенск. Красивый, наверное. Ну, он покажет, как он это делает, вы все услышите. И справа от меня Александр Радовский. Гитарист, который сегодня пользуется громадным спросом проектов, жутко. Электростанция всегда с собой, на всякий случай. Видите, какая большая? Там столько возможностей, что даже страшно. Даже страшно. Все, я больше ничего не говорю. Мы просто играем для вас. Спасибо. Thank you.
Спасибо. Мы старались немножко разогреть там, чтоб свинг появился. Это самое главное. Это было Night and Day Cole Porter. Я думаю, что сегодня должно быть разнообразно, интересно, и поэтому джаз-фанк захотелось поиграть. Но сессия гитарная, мы придумываем на ходу. Это гитарный джем-сейшн. Конечно, безусловно. Мы сыграем, а потом я скажу, что вы мне узнаете. Thank you.
Игорь Захаров. Аплодируйте, пожалуйста. Мне будет приятно. Он наш гость. В основном это мы поставим. И мы играем тему «Уэс Монтгомери». Называется она «Four on Six». Thank you.
Thank you.
Теперь следующий формат. Александр Родовский на гитаре сыграет один соло. Что мы потом узнаем?
хочу, чтобы вы поаплодировали еще раз, знаете, по какому поводу. Саша большой праздник души, он играет лиричный. У него родился ребенок. Мальчик или девочка, я не знаю. Мальчик. Значит, есть неправильная диагноза, но инструмент тоже в твоих руках пока. Спасибо, Саша. Мы, прежде чем сыграем вдвоем, я кусочек напомню мелодии тоже сыграю. Один, Дюка и Линктон. Какая вы сами? Просветительская программа, а не просто так мы играем.
Александр Радовский. Сергей Ходос на контрабасе, Александр Радовский продолжает, и Игорь Захаров. Thank you.
Александр Родовский на гитаре, Игорь Захаров на гитаре, Сергей Купов на контрабасе. Я внимательно следил за всем и объявляю антракт. Спасибо. До следующего. Это за то, что было, и аванс. Конечно. Действия меняются, поэтому все становится каким-то таким интересным. А что же будет дальше? Вот это важно. Ну как у нас ритм? Как у нас с ритмом? Ничего, да? Я чувствую, что мы так немножко вас растормошили. Это важно, это важно. Для меня это важно, потому что если ритм вам передан, и вы его приняли, это самое главное. Гармонию мы добавим, мелодия получится. А вот ритма, если нет, вот тогда я не очень. Я всегда хочу, чтобы это получилось. Ну, в первом отделении это было так, во втором это будет по-другому. Второе отделение у нас начинается интересно с точки зрения того, что вначале принимает участие классическая гитара. Ну, джаз на классической гитаре тоже играют, и есть масса примеров интересных. Ну, вот в поисках того примера я нашел очень интересного гитариста, творчество которого знаю давно, и ну, уже не слежу, конечно, но все равно очень люблю его. Есть пластинка, где он играет классические темы, классику, в такую популярную форму, там, может быть, если по джазу сказать балладу, может быть, басанову, легкий свинг, slow fox, были такие названия раньше. Фамилия его и имя Лоринда Альмейда. Может, кто-нибудь знает это. Это очень известный гитарист. Вот. И его творчество как-то подсказало что-то сделать в таком духе. Ну, там с оркестром, скажем. У нас маленький коллектив, небольшой. Поэтому мы попробовали это сделать здесь. Конечно, это эксперимент, безусловно. Это наша джазовая, как сказать, не провинция, а лаборатория. И мы экспериментируем тоже, выносим те работы к вам. И я хочу представить вам исполнителя на гитаре. Вот. Это Мария Охотина. Мария давно занимается гитарой, она ее очень любит. Она преподает, и маленьким, и взрослым. То есть она фактически занимается музыкальным просвещением, просвещением. Это должен вообще делать каждый музыкант. Мне так кажется. Тогда это будет... Оно в душе будет приятнее. И вот мы тут решили окунуться тоже в такие знакомые мелодии, в две знакомые мелодии. Мы их сыграем. Многое по нотам играется. Здесь нет фантазии, скажем, такого, как мы играем только джазирование, импровизирование. Нет, здесь такое выбрано окончание написанное, а в серединке мы, те, кто здесь остальные, импровизируем. От этого музыка не становится вкусной. Будет замечательно. Мария Охотина за гитарой. Еще раз. Две темы, которые играются вам известны, вы их сразу знаете. Я надеюсь, вам
Моя война, мне хочу сказать. Thank you.
Это был экспромт. Блю Мун. Мария Охотина. Браво. Спасибо. Спасибо. Мы продолжаем наше путешествие. Это была классическая гитара в джазе. На базе творчества замечательного гитариста Лоренда Альмейдо. Если кто-нибудь захочет найти в интернете, вы найдете его творчество. Там много есть всяких гитаристов, но он один из главных. С маленькой освещением. Я понял. Ну, у нас настроение чуть-чуть разное, меняется. Вот так сыграли, а теперь вот хочется вот это. Это нормально. Это все хорошо. У нас есть трио вместе со мной. Я сейчас сыграю в трио. Один номерок, чтобы было весело. Спасибо.
Спасибо. Немножко от старого свинга, от джазовой гитары 50-х годов. Это было «Джаз Квизми», где Джонатан, «Обнимая тебя». Так это передается. Ну что же, теперь вновь слово гостю. Много могу говорить об этом, но просто объявлю, и я думаю, что вам все станет понятно. Я попросил сегодня принять участие гитариста, который играет фингерстайл, я так понимаю, наверное, скорее всего. Но это так здорово делает, что я молчу сначала, он все сейчас сам расскажет и все сам скажет. Тимур Ведерников. Все-таки великие мастера, они велики во всем. Я стою там за кулисами и думаю, что же играть. И то и хочется. Он говорит, мастер фингерстайл. Я понимаю, что все, половина вещей, которые я хотел сыграть, уже не сыграю, потому что не фингерстайл вообще. Очень удобно получилось. В принципе, тоже фингерстайл. Я решил тогда, что я сыграю для вас такой небольшой попурри из музыки из песен группы Beatles. Thank you.
Я, в принципе, все. Могу еще сыграть что-нибудь? Тогда коротенько, быстро, пока музыканты выходят. Это специально, знаете, музыка на выход музыкантов. Спасибо огромное. Дежурные музыканты, прошу выйти на сцену. Сейчас будет экспромт. Да, друзья мои, сейчас будет экспромт. Эта песня была написана мною, то есть это произведение, музыка, была написана мною давным-давно для кино, вернее, как она была сначала написана, потом появилось кино, в Ремажоре, да? Называлось это кино «Бухта Филиппа». Это был первый фильм, который вообще, в принципе, писал музыку. Сейчас уже очень много, даже вышел целый альбом. Вот. И сейчас мы попробуем эту пьесу сыграть. Естественно, не репетируя, потому что зачем нам репетировать? Сейчас будем внимательно слушать. Я сначала первый квадрат вообще сам. Вот это я понимаю. Разговор идет профессионально. Сейчас я первый квадрат буду играть такой, потом такой. Сейчас мы потом все услышим. Все. Это лаборатория жизни. Гитара, гитара в руках и все. Электростанция здесь небольшая, есть нормально. Вот что я так прошу играть? Только от этого зависит. Конечно. У тебя больше гораздо. Ты лучше играешь, главное. Диалог состоялся.
Thank you.
Алексей Алексеевич Кузнецов. Спасибо. Это было трио гитар. Это было замечательно. Теперь я приглашаю всех оставшихся за кулисами на сцену, и мы будем играть наш заключительный, ну, конечно, блюз. Без блюза не может быть финала.
Игорь Захаров, гитара. Игорь Захаров. Наш гость Тимур Ведерников. Тимур Ведерников. Ну, сзади такой ритм, что просто... Сергей Худас, контрабас. Сергей Худас и Вартан Бабаян на барабанах. Вартан Бабаян. Меня зовут Алексей Кузнецов. Программа музыкально-просветительская. Гитарные формы. Приходите еще. Спасибо большое. Я рад, что у вас хорошее настроение. Всего доброго. Спасибо. Thank you.
Спасибо большое. До новых встреч.